Здорово, ребятки, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы будем обозревать обновление в блокпосте. Обновление вышло в честь 9 мая. Вчера в игру было добавлено два предмета. Победный кейс, стоит он 3 монетки, и ключ к этому кейсу, тоже 3 монетки стоит. Получить их можно за задание, абсолютно бесплатно, 2 кейса и 2 ключа дают. Также можно выполнить задание и тоже получить этот кейс, но ключ уже придется покупать самостоятельно. Открыв этот кейс, я получил револьвер модель 10 и винтовку Мосина. Ну что ж, приступим к тесту оружия в самой игре. Тест винтовки Мосина показывает то, что я рукожоп и не могу попасть в противника. К винтовке Мосина бесплатно прилагается самый стандартный вот такой вот прицельчик. И она не ваншотит голову. Вот так вот. Нормально получилось. Как хорошо, что они не смотрели в мою сторону. Рашить с ней это вообще не вариант. Ну, почти разобрал меня, почти. Ну где ты, вылези. Разве что можно коцаных забирать с одной пульки в голову. Ой-ой-ой-ой-ой! Давайте перейдем к револьверу. Револьвер у нас очень хорош. Так. Жалко, мало патронов. Я ковбой, блядь. Никого не вижу. Наверху, что ли, тусят? Ребятки, да блин! Ну что ж, делаем выводы по этим двум оружиям. Мосинка шикарный ствол, и если у противника не все жизни. Если он коцанный там, выносит с одной пули в голову. А вот если он целехонький, то у человека с мосинкой будут проблемки. А по револьверу... Что по револьверу можно сказать? Шикарная пушка. Быстро стреляет, нормальный урон. Всего хватает, кроме патронов. Но это же револьвер, откуда у него много патронов? Нормально. Прилетело. Я уже начинаю наглеть, заслужил. Ну что, ребятки, давайте на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.